Максим очень хороший, и я прошу тебя не делать ему больно. И давно ты так о нем беспокоишься? Всегда. Что ты делаешь, а? Я пытаюсь найти номер айпишника. Ну, давай, компьютерный гений. Даша не единственная девушка во Вселенной. Для меня единственная. Даша не видела? Нет. Что происходит у вас с Дашей? У нас с Дашей все хорошо. Ты не любишь ее больше? Давай мы сами с Дашей разберемся. А ты следи за компьютером. Он мой парень. И тебе здесь ничего не светит. Макс изменил Даше своей лучшей подруге. Она же врет, да, Вик? Макс, может быть, мы могли бы... Я уже 1000 раз успел об этом пожалеть. Я думаю, что ты тоже. Нам это не нужно. Больше ты меня не интересуешь. Хорошо. Наш чудо антидот оказался сюрпризом. Он дает побочный эффект, типа потеря памяти. И как ты думаешь, кто сорвал джекпот? Вакцина. Та самая, которая вылечивает раз и навсегда. Возьми ее. Спасибо тебе, Маш. Я не хочу спасать свою шкуру. Если можно попробовать спасти всех. Самые ужасные чувства, которые можно испытывать человеку, это жалость. Нет, это не жалость. Ты это знаешь. Я лишь скопил его носилкой. Прости за все. Тебе нужно это посмотреть. Вик, у тебя все в порядке? Нет. Но это уже не важно. Прости меня, пожалуйста. Я не хотел брать свои чувства. Понимаешь? Просто... Просто нам с тобой не по пути. Все в порядке? Да. Так может она к лучшему?